гостиницу. Вы не представляете, чего мне это стоило. Я еле доехала. Спасибо, что доехала. Мне дали карточку. Сейчас, короче, пойдем посмотрим номер. Это устройство, тут очень жарко. И та-да-да-дам. А вот наш номер. А главное, что тут есть Wi-Fi. Я летела из Питера до Швейцарии, до Цюриха, а потом летела из Цюриха в Милан, в аэропорт Мальпенза, или как-то так он называется. И у меня была состыковка 45 минут. Нам поменяли выход, задержали рейс на 20 минут. Вместо 15.20 – 15.40. Не так состыковка 45 минут, а сейчас будет 25, а еще аэропорт, в котором я никогда в жизни не была. Нам перенесли вылет еще на 10 минут, то есть уже было написано, что я должна вылететь в 15.50. Времени 15.30, нас не зовут на посадку. В итоге я спросила у женщины, которая стояла, принимала билеты на посадку. Она сказала, что якобы когда они летели сюда, был ветер попутный, поэтому самолет летел медленно. Типа в ту сторону мы прилетим по расписанию, все будет хорошо, потому что ветер будет дуть, как бы нас поддувать. Следующий рейс у меня был в 17.20 вылет. Из самолета вышла я ровно в 16.37. Была очередь на досмотре. Потом они еще прикопались к моей магнезии, к моим гуаранам, ко всему, короче. Прикопались, стали раскапывать мой чемодан. Короче, вышла с этого контроля я в 55 минут. Ок, я бегу на паспортный контроль. Работало всего два окна. В общем, меня никто не пропускал. В общем, в итоге я еле добежала на этот самолет. Или мы из Цюриха до Милана ровно 45 минут. Как бы мы просто взлетели и сели сразу же. Пролетали Альпы, было очень красивые горы. Но меня посадили сбоку, я ничего не могла снять, весь самолет был забит. При том, что летели с нами какие-то корейцы. Русских вообще не было, но я не видела, я не обратила внимания. И сейчас я вот приехала в гостиницу. Ко мне приехала Франческа, привезла экипировочки всякие. Так, сейчас мы выходим на опробование. Ну, еще не сейчас, через минут 5. Вот. Я надеюсь, что все пройдет отлично, что зал там отличный, снаряды хорошие. Пришли на завтрак, как делают такая специальная сковородка для... Очень классный завтрак. Смотрите, я такой первый раз вижу. Так, мы выходим на пробование. Вот наш автобус, на котором мы поедем. А вот гостиница, в которой мы живем. Суперская вообще. А вот Франческа. Say hello, привет. 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 Чао-чао. Ciao. 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 Proviamo le cramate. И сейчас я вам покажу, что нам, что выдается команде. Итак, сначала мы видим вот такую вот сумочку, мешочек типа под накладки. Мне дали вот такой вот купальник. Это купальник для тренировки был.
вот такой вот фирмы, видите, у них все просто с этими логотипами, у них обязательно должно быть написано про клуб. Дальше. Вот такой вот купальник. Это купальник на соревнования. Сейчас я вам его покажу. А вот такой вот купальник, в котором я буду завтра выступать. По-моему, не знаю, очень красивый. Это фирма Gym Body. Вот. Очень-очень красиво. Потом нам дали вот такие вот штаны. Вот такую футболочку. Мне подарили на соревках. Типа всем участникам давали. Вот. Вот такие вот тапки. Вот засовские тоже. Вот такие вот перчатки. Обычные. Шапка. С лого. Сумка. Типа под обувь, но типа спортивная тоже. Футболка вот такая вот. Вот такая вот футболочка половская. Я ее не буду разворачивать, потому что я ее еще не носила. Вот такие вот носки. И вот такая вот кофточка. Так, еще вот такая вот толстовка. Вот такие вот кроссовки. И вот такую вот куртку. Night before competition. Yes. Tomorrow important. Very, very important. I hope very good competition. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Crepe. Grande. Ciao Vera. Ciao. Ciao Vera soprattutto. Ciao Vera. Vera. Anche Igor. Ciao. Watch our channel. And Jeromina. Jeromina, ciao. Сегодня у нас соревнования. Мы уже уезжаем скоро. Они будут длиться очень долго, я не знаю почему. Получается, у нас 8:30 разминка. В 12:56 они кончатся. Ну, у меня они, конечно, закончатся пораньше, потому что я делаю всего два снаряда. Это брусья и прыжок. И у нас вот такая вот униформа. Просто подержите за меня кулачки, я надеюсь, что все будет хорошо. И выступлю я тоже хорошо, потому что, в принципе, я готова. Вот, у нас очень-очень красивые купальники. Франческа Сей, доброе утро. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Бон. Бонжорно. Гранде. Yes. Уэ. Репетите. Доброе утро. Бонжорно. Allora, Chiara, forza. No, il blog. E come date in partenza tutti sulla esecuzione e ovviamente non dei della parte acrobatica, quindi penso del. У меня уже закончились соревнования. У меня все получилось сделать без падения. Я так рада. Просто я рада, они тоже рады, я рада. Вот так, да? Привет. 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 Хиара. Привет. 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 Как дела? Как дела? I love you, Russia. Закончились соревнования, финиш компетишн. Окей. Закончились соревнования. А? Сей. Impossible, Андреа, сей. Йо-йо-йо. Закончились соревнования. Закончились еще начало. No. Соревнования. Соревнования. Yes, yes. Good.
La gara è finita in italiano. La gara, la gara è finita. Finita. The la competition gara finish in Italy. La gara è finita. La gara è finita. 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 La gara parallele ha detto. Ma, Barbara, your bars. Perfect for me. Beautiful Barba, io Bars. Barba, Bars cazzo. Bars cazzo. Bossa merda. Come si dice in quella sua lingua? Ok, Francesca. Sei. Привет. Friend of Girls Channel. Yes. Yes. Good. Ok. In italiano. Ciao ragazze. Ciao ragazze. Del canale. Del canale. Bravo. YouTube. Now go to now go to eat. No, magna. Mangiare, magna. Magna. Russian. Мы идём кушать. Мы идём кушать. 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 Yes. Okay. Bye bye. See you after. Сейчас мы едем кушать. Обед. А это церемония награждения. Мы заняли 4-е место, хотя могли претендовать на больше. Комплименты alla fanfulla, ma complimenti. А это начало заключительной смены. Самая сильная смена, в которой участвуют только топовые клубы. И один из них — это гимнастика слеп на мальчике. Сейчас идет самый-самый сильный поток на времени сборной Италии, можно сказать. Ну, они представляют свой клуб. Я не знаю. Это самый лучший клуб, самый, который выиграет серию А. Grazie.
А еще я убедилась в том, что в Италии очень важно, чтобы все было запечатлено на камеру. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ci vediamo a Padova. A Padova. Grande. A Padova. Ok. Bacioni. Bacioni. Big kiss. Ah, big kiss. Bacioni. Yes. Все, уже 5 утра, и мне заказали такси. Сейчас я еду в аэропорт. Все, я уже. Я сказала Франческо, что увидимся на следующих соревнованиях. Следующие соревнования, ну, лично у меня именно в России, а так приеду в Падуа. Падуа рядом с Венецией. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!